73 ветхих дома снесут в Красноярске до начала зимних студенческих игр. Они расположены на гостевых трассах универсиады. Сносить будут в основном в Свердловском районе и отчасти в Центральном Октябрьском. Сейчас в этих домах живут более 600 семей. Они получат по своему выбору либо денежную компенсацию, либо готовые квартиры. Деньги уже предпочла почти половина собственников. 100 из них получат выплаты до конца этого года. Размер компенсации установит экспертная комиссия. В случае, если сумма хозяев не устроит, размер выплаты определит решение суда. А тех, кто выбрал готовое жилье, уже ждут 280 квартир в Октябрьском и Советском районах. До Нового года будет снесено, то есть уже расселены, либо люди ждут компенсацию, либо ключи от новых квартир, порядка 50 аварийных зданий. Вот. Из них 15 это уже дома, которые, по которым заключен контракт муниципальных, их два. 29 домов, они как раз ждут этого подписания для того, чтобы приступить к работам. И по 17 зданиям непосредственно определяется подрядчик.